Продолжаем выпуск. Более 50 миллионов жителей страны обзавелись кредитными историями. Около 5% из них плохие. Клиентам же, попавшим в черный список, банки кредит не выдают. И тут сразу появляются мошенники, которые предлагают за определенное вознаграждение полностью очистить биографию заемщика. Некоторые люди, кому срочно нужны деньги, на эту удочку попадаются. А человек, взявшийся якобы помочь в решении проблемы, после получения от клиента определенной суммы попросту исчезает. Информация о любой просрочке, даже если она составляет всего несколько дней, тут же автоматически фиксируется в кредитной истории, подчеркивают специалисты банков. Получить следующий кредит будет сложнее, или вам его вовсе могут попросту ответить отказом. Тут и на помощь заемщикам приходят доброжелатели, обещающие очистить кредитную историю. Схема одна. С клиента берут деньги, суммы варьируются от 100 тысяч до 1 миллиона рублей и предоставляют поддельный кредитный отчет. Многие на это покупаются и в итоге остаются без денег. Такие предложения чистой воды мошенничества. Кредитная история защищена очень серьезно, ее очистить технически невозможно. На сегодняшний день кредитная история – это является одним из ключевых факторов определения возможности получения кредита. И в нашем банке, и во всех банках. В связи с чем создана единая межбанковская система кредитных историй, так называемое бюро кредитных историй. Информация о всех кредитах хранится в бюро кредитных историй, хранится она не менее чем 5 лет. Изменить историю технически невозможно, поэтому если вам кто-то предлагает изменить, создать, откорректировать вашу кредитную историю, расценивайте это как обыкновенное мошенничество. Банки советуют тщательнее заботиться о своей кредитной истории. При выдаче займов чистота досье учитывается как самый важный параметр.